Йоу. Всем привет, друзья! С вами я, Дмитрий Курочкин, и манок DK Calls, мой маночек. Этим видео я, наверное, хочу начать обучающий цикл по освоению утиного манка. Давно у меня просят сделать этот ролик. Но перед тем, как начать этот цикл, у меня есть определенные наработки, есть даже сценарий, по которому нужно снимать. Есть программа обучения, по которой я обучаю. В принципе, проблем нет. Надо найти просто время. Опять же, это должен быть настрой. Вот сейчас у меня как бы в процессе я тут настройки манков. Последние три маночка делаю сейчас. Вот. И, собственно, решил снять небольшой такой коротенький ролик именно по вопросу правильного выдува, скорее даже так, наверное, о проблемах выдува у новичков и выдува производителей манков, кто делает манки, настраивает их. Тот, кто настраивает, естественно, настройка идет уже под свой выдув, под все равно манок отражает суть, как бы в манок вкладывается душа мастера и звуковые возможности у этого манка будут изначально как бы равны возможностям мастера, который настраивает этот манок. Естественно, кто-то потом лучше сможет сыграть на этом инструменте, но изначально он настраивает именно так, таким образом. Это не значит, что манок как бы не может больше, манок может и больше, чем сам может мастер, но вот изначально отталкиваться нужно от этого. И я в процессе настройки точно так же настраивал под свой выдув. Как правило, у тех, кто уже манит и работает с манками давно, уже сложилась правильная подача воздуха в манок. И поэтому манок, любой практически манок, отрабатывает. И суть этого видео в том, что я хочу вам сказать, что не надо, как бы, многие люди, вот с кем я занимаюсь, кто со мной обучается, кого я учил, да, манить, они не раскрывают потенциал манков, даже там процентов, может быть, на 15-20 только могут раскрыть весь потенциал манка, при том выдуве, который у них на данный момент есть. Естественно, после обучения, поправки, и в первую очередь это даже не столько обучение, сколько самостоятельное занятие, самостоятельные тренировки, они больше дают. Но под контролем как бы специалисты в этой области, чтобы избежать каких-то ошибок. Ну, как правило, уже люди приходят с ошибками, и их нужно исправлять. Это очень сложно, намного проще вот изначально научить человека правильно подавать воздух в манок. В основном основная проблема это то, что вот изначально берут манок и не могут завести манок, так сказать, дать тот поток воздуха в манок, чтобы язычок начал отрабатывать весь спектр звуков, чтобы манок проявил всю свою красоту. Это как вот играть, допустим, на гармошке и тянуть гармошку, растягивать меха, например, на 1/3 только. Просто, ну, я, к примеру, это привел сравнение, как бы любой другой музыкальный инструмент, в принципе, а манок это и есть музыкальный инструмент, требует тренировки и, естественно, правильного подхода к нему, вот так скажем. И также манок. То есть манок нужно дунуть. И дунуть нужно так, чтобы язычок заработал. Да, есть, не спорю, есть маночки, в которые можно дуть просто без, скажем, без каких-то там, например, навыков. И этот маночек более-менее исполнит утиный кряк. Но в целом все манки требуют правильной подачи воздуха. Это не просто взял манок и дунул.
Как правило, даже не с окончанием люди дуют, а просто... Ну, в лучшем случае руку подставят. Вот это работа человека, который или уже манит давно, который не знает правильного выдува, или тот человек, который первый раз берет манок. Редко у кого получается сразу дунуть, чтобы манок заработал. А в основном все дуют. Стоишь на охоте где-нибудь там в камышах, ка-ка-ка, утка отзывается, и кто-нибудь с другой стороны... Крякает. Добавьте чуть-чуть воздуха, в этом нет ничего сложного, нужно просто потренироваться. Дуньте в манок со всей силы, сколько у вас есть. Почувствуйте, как манок работает, а потом просто сделайте выдув манок. Абсолютно, вот... Просто нужно почувствовать манок, не бояться в него дунуть, не бояться лопнуть при этом. Дуньте как следует в манок, а то берут манок. Манок легко дуется, не надо перенапрягаться. Просто стоит правильно дунуть. Язык прижать к нижним зубам и подать воздух между плоскостью языка и небом. Как мой друг Андрей Белов, ну Кетнер в народе, манки, он правильно говорит, делайте... Это позволит точно контролировать именно подачу воздуха в манок, контролировать сам звук. Вов, чё, в чём проблема? Да, вот уже надо заканчивать. Много дую. Ну, собственно, вот, наверное, и всё. Подуйте в манок, прижмите язык к нижним зубам и подайте воздух между нёбом и плоскостью языка. С неким таким ударом, как откашливаетесь. Вот, подавился. Вот он удар. Почему везде пишут американцы и переводчик переводит удар? Вот он и есть удар. Откашливайтесь. Вот он удар. Удар позволит вам дать короткий кряк, сочный. Интонацию в начале звука, то есть научитесь делать этот удар, научитесь со своим манком, и вы поймете, что у вас манок может больше, чем на самом деле вы исполняете. Ну а полный цикл, как бы, я выложу ролик, полный цикл обучающих роликов, я постараюсь отснять до начала этого сезона весеннего 2017 года и выложу также на своем канале. Всем пока. Думайте, пробуйте.